7 учителей работали с поддельными дипломами в Мангыстауской области. Этот факт обнаружила антикоррупционная служба. После этого педагогов уволили, а управление образования подало на них иск в суд. Чиновники требуют вернуть надбавки, которые лжеспециалисты получали за весь период работы. Правда, в каких именно школах трудились обманщики, не сообщается. Кроме того, в настоящее время в отношении одного учителя вынесен приговор, который признан виновным по статье «Использование заведомо подложного документа» и привлечен к уголовной ответственности. Согласно приговору суда, ей наложен штраф 69 тысяч тенге. Отмечу, что это уже не первый подобный факт в регионе. В мае и июне этого года антикоррупционной службой выявлено 12 таких поддельных дипломов учителей.